Народе говорят, если дождь 23 апреля идет крупными каплями, непогода вскоре сменится солнечными и теплыми весенними днями. Но в этом году синоптики, похоже, решили продлить нам зиму. Если верить прогнозам, то саровчан ожидает небольшой снег и всего плюс 1, плюс 4. Ночью столбики термометров опустятся до минус 2. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде также небольшой снег 0, плюс 3. Ночью похолодает до минус 1. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В столице ясно. Утром плюс 2, днем столбики термометров поднимутся до плюс 7. Ночью минус 1. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.